Гарри Каспаров обратился в Следственный комитет России. Лидер Объединенного гражданского фронта требует возбудить уголовное дело против задержавших его полицейских. Оппозиционер хочет привлечь силовиков к ответственности за незаконное задержание. По словам адвоката Каспарова Андрея Фигадайкина, сегодня же гроссмейстер подаст еще одно заявление по статье о клевете. Накануне оппозиционера допросили в полицейском отделении «Хамовники». Ему задавали вопросы по поводу задержания на акции в поддержку Пусси Райт около Хамовнического суда Москвы в пятницу. Гарри Каспаров дал объяснение и приложил видеоматериалы. Он обвиняет силовиков в избиении и клевете в связи с историей прапорщика Ратникова, которого, согласно заявлению полиции, якобы укусил Гарри Каспаров. Следователь снял вот эти показания, он принял наше заявление о превышении полномочий полицейскими, о применении физической силы, незаконном аресте. Дальше будет приниматься решение о том, какие еще необходимые следственные действия должны проводиться. Я сейчас после окончания этого интервью собираюсь обратно в УВД «Хамовники» для того, чтобы сдать жалобу с требованием возбуждения уголовного дела по клевете против этого самого прапорщика.